Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы немножечко порыбачим. Отдохнем, так сказать, немножко от зомбей, от войны, и немножко расслабимся. Тем более, игрушка очень хорошая, я думаю, она вам понравится. Мы будем играть с вами за мальчика-рыбака, который у нас будет путешествовать по разным местам и ловить всевозможную разную рыбу. Ну что же, давайте тогда приступим. Я в нее немножко поиграл, так, для ознакомления. Мне она очень понравилась. Как видите, у меня был первый пруд здесь. Я выловил рыбок, получил 2 звезды. Кстати, что у меня здесь? Ага, здесь я уже все улучшил, что мне пока надо. Ну, а теперь давайте глянем, наверное, в музей. Давайте посмотрим. Я вам покажу, что у меня здесь есть. Это вот, ребята, что я выловил. Видите, рыбки. Мало, конечно, но и в том пруду их, поверьте мне, не так уж и много было. Так, ну а теперь мы с вами отправимся на новое место. Новая локация, вот, смотрите. И приступаем. Так, смотрите, здесь вот такие вот рыбки водятся. Звездочки, это уже из элитных сортов, я так понимаю. Ну что же, погнали. Так, давайте забрасывать. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Отлично, поймалась. Давайте, главное, ребята, чтобы она у нас не сорвалась. Так, видите, сопротивляется. Давай-давай-давай. Тихонько-тихонько. Ой, ай, ребята, я поспешил. И, к сожалению, оборвалась у меня лесочка. Да, наживка у меня сейчас пока простенькая. Обычный какой-то там червячок. А вот этот малыш как раз нам будет кстати. Опа-на. И он стоит у нас 20 золотых. Продаем, конечно же, его. Так, давайте следующих ловить. Ну, давай, клюй кто-нибудь, клюй. Ну, отлично. Вот этот, кстати, карп, так я его назову. Очень-очень вредный. Смотри, что делает, а? Сопротивляется-то как. Ох, даже на поверхность выпрыгивает. Главное, чтобы он не сорвался, ребят. Тихо-тихо. Да что ж такое, ну прям перед самой лодочкой сорвался, ребята. А, кстати, да, я себе еще купил лодочку. До этого я был на обычном плоту. Ты смотри, я даже не дернул, ребята, ничего не успел. Она просто взяла мне и сорвала наживку. Какая-то здесь, если честно сказать... Ой, а что, эта рыбка померла, что ли? Смотрите, кверху пузом. Походу дела, да. О, опять карп. Давайте его тянуть. Не нравится мне, честно говоря, вот эта вот не леска. Ну, леска тоже, честно говоря, слабенькая для таких рыбешек. Но катушка уж больно медлительная, а. Больно медлительная. Так, иди сюда ко мне уже. Отлично. Нет. Давай. Опа-на, все-таки я ее выловил. Шикарно, ребята. 58 она золотых стоит. Продаем. Так, ну а деньги, ребят, нам понадобятся для наживки, для новых крючков, мормышек, блесенок. Даже для той же самой новой лодки. Вот, давай, малыш. Молодец, умница. Продаем его за 20 золотых. Поехали далее. Опа-на. Ну, кто? Кто храбрый? Никто не хочет. А вот, молодец. Тихо, не будем дергать. Подтягиваем тихонько. Ты смотри, какие они агрессивные. Ну правильно, у нее и защита 30, вы видите? Это означает, что очень-очень сильная рыба. И с ней совладать очень тяжело. Так, ай-яй-яй, тихо. Ну. Отлично, ребята. Поймали. Оп, вот кстати, когда вот такая вот надпись появляется, Send to Museum, это означает, что один экземпляр отправляется в музей. Рыбный, то бишь в аквапарк, океанариум, ну, в общем, где можно смотреть рыбок. Туда. Ну, давай, сомик. Ух ты, ё-моё, ну зачем же я так сильно потянул, а? У меня осталось, ребята, 4 наживки, и это очень плохо.
Вы прекрасно видите, да, вот она баночка. Он там наживка. Ну, клюйте, клюйте кто-нибудь, ну. Ну, неужели никто не хочет? Вот, молодец. Молодец, давай-ка мы тебе 28 у нее. Да чтоб тебя, а? Сорвалась, а, все-таки. Ну, давай. Никто пока не хочет. Все брезгуют. Давай, давай, оп. Ну, 23. Хотя должны вытянуть, наверное, ребят. Давай, 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 быстрее подтягиваем. Ай-яй-яй-яй, не получилось. Ага, выдохлась. Тихо, 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 тихо. Да что ж такое-то, только подтащишь ее, она опять уводит. Нет, надо катушка здесь помощнее. С такой катушкой я буду очень долго вытягивать такие здоровенькие экземпляры. Давай, 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 давай. Ну вот как в реальной рыбалке прям. Поймал, да? Есть, ребята, поймал. Правда, как-то она мало стоит, всего 66 золотых. Но, тем не менее, жалко, конечно, что наживки очень мало осталось. Ну, кто из вас? Ай, малютка. Ну, ладно, хотя бы такая. Я еще и не таких, если честно, ловил, там еще меньше были. Шикарно, за 16. А сколько мне здесь вообще нужно, интересно, выловить рыбок? И каких? Задание я что-то не посмотрел, если честно говоря, я забыл. Ну, клюй, клюй, давай. Оп, молодец, умница. Ну, таких-то я вытягиваю легко и просто. Все. 23 золотых. Смотрите-ка, пока ничего не дает. Может быть, мне здесь надо опять накопить ту же самую 1000? Ладно, мы это проверим с вами. Опачки. Отлично, молодец. Кто-то у нас такой, наверное, какой-нибудь карасик, да? Миноу, я не знаю, что такое за миноу. Ну, в общем, за 23 золотых мы ее продали. Так, да, я вижу, что у меня закончилось. За 500 купить? Это за 10. Елки-палки. Ну что ж, придется покупать, ребята. Вот они, в принципе, для чего нам денежки-то и нужны. Ух ты, нифига, ситрина. Ну почему клюнула какая-то малютка, а? Я хотел того осетра, может быть, поймать. 15 золотых. Ах, как-то не в тему, ребята, если честно. Ну, поэтому... Оу, вот это уже экземплярчик будет получше. Давайте его попробуем. Ну куда ты все утаскиваешь, а? Ты смотри, а, что делает? Ну, побрыкайся, побрыкайся. Так, отлично, тянем. Не надо. Что ты делаешь, а, со мной? Порвало, ну прям перед лодкой. Ну как так, а? Ну, это же специально уже сделано. Давай, осетрина, ловись. Не хочет. Оп, молодец, хотя бы этот клюнул. Так, этого я, по-моему, еще ни разу не ловил. Хороший такой экземплярчик. Смотри, как он утаскивает, а. Ух ты. Где-то, ребята, появилась специальная рыба. В первом пруду такая была. Там такой, знаете, рыба такая страшная, если честно. Я даже... Опа, поймал я все-таки ее. Ух ты, ее в музей приняли за 146 золотых. Вот это вот улов. Вот это я понимаю. Слушайте, а где же тут эта рыбка, а? Да куда я забросил-то? Ну ладно, хотя бы здесь. Слушайте, малюток нам лучше не ловить. Невыгодно. Прыгаем. Так, вот, вот. Да чтоб тебя, а! Тебя-то я как раз и не хотел. Так, у нас погода испортилась. Так, 36 золотых. Продаем. Вот она, ребята, по-моему, да? Она? Вот она маленькая. Ну, ловись. Ух ты, еще какая-то желтенькая. Это, кстати, ребята, какие-то редкие экземпляры. И они, наверное... Ну, желтенькая. Ну, я же специально тебе... Прям... На, поднос тебе. Осетр, ловись хотя бы ты. Смотри, 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 вроде бы... Нет. Я думал, что он захочет клюнуть. Нет, малыш, ты мне не нужен. Ах, елки-палки, тут еще наживка тратится в любом случае, даже если я вытаскиваю... Даже если я вытаскиваю просто на пустую, у меня тратится. Да, ребятушки, вот вам
И результат рыбалки. Не все так просто, как хотелось бы. Ну, клюньте, пожалуйста. Ну, давай, давай, клев, клев. Я жду клева, отлично. Даже этой маленькой рыбке я буду рад. Хоть за 23 там золотых, но даже 16, еще меньше. Так, и последняя у меня, ребят, наживочка осталась. Да что ж вот эти-то не ловятся? Неужели им не нравится? Все, я понял, ребята. Тут есть разные виды наживок. Видимо, кому-то просто не угоден мой червячок. А им подавайте. Вот и закончилась у меня наживка. Сейчас, наверное, скажут, что мне нужно ее купить. Хотя нет, еще на один заброс есть. Нет у меня на один заброс. Так, а что если я вообще буду без этого? Нет, ребята, не прокатит. Нужно купить. Обязательно купить надо. Вот в чем еще загвоздка. Ладно, бросаем. Ну, клюй. Ну, хоть кто-нибудь-то. Чтобы не просто так. Давай хотя бы ты, малыш. Отлично. Давай-ка мы тебя подтянем. 24. Слушайте, мне нужно оправдать, извините меня, мои потраченные деньги. Давай, золотая рыбка, ловись. Ох ты, а вот это тоже неплохо. Тихо, главное, чтобы не сорвался, ребят. Да чтоб тебя, ну, разорвало на куски. Ну, давай хотя бы ты. Так. Если бы я, ребята, знал, что здесь наживку надо покупать, поверьте мне, я бы не тратил столько денег на много чего мне ненужного. Нет, ты не уйдешь. Вот этот экземпляр от меня не должен уйти. Пускай я буду с ним тут пыхтеть. Но он от меня не уйдет. Так, ну-ка. Сопротивляется, а? Главное, чтобы ты только не сорвался. Ух ты, еще одна специальная рыба, ребят, появилась. Да что ж такое-то, а я тут все с обычными даже не могу справиться. Да как же долго с тобой бороться-то? Ну, отлично, выловил. 68, это уже что-то. Это уже хорошо, у меня 182 и 6 наживок. Мне буквально 6 раз нужно поймать по столько же, чтобы оправдать свои деньги. Ну, ну, клюй, молодец. Вытяну, отлично. Ух ты, 121. Новая какая-то, цукер. И ее еще причем в музей отправили. Так, мне бы еще одного такого цукера. Опа-на. Ну, давай, 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 давай. Да какого лишь в этом мелкий? Перехвати. Я не хотел тебя ловить. Ну да ладно, 16 уж. Че ж поделаешь? Если и захотелось. Ну, давай. Клюй. Отлично. Опять. С ним придется побороться. Ах, какая... Давай. Отлично. 71 золотая. Продаем. Сколько у меня уже? 390 и 4 наживки. Блин, маловато, ребята. Очень мало. Ну, хотя бы какой-нибудь хорошенький бы такой экземплярчик бы попался бы. Ох, я был бы рад. Нет, 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 только не мелко. Вот, вот это вот, да. Вот этого, на этого я согласен. Так, тихо, 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 тихо. Давай, 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 давай. Осталось чуть-чуть. Отлично, поймал. И отправляем в музей за 89 монет. Да а где же эти рыбы-то специально? Я не вижу их. Может быть, где-то там, на том концу. О, смотрите, какая классная рыбка. Ну иди отсюда. Дай той, та хотела клюнуть. Ну что ты прицепилась-то? Ну елки ты палки, а? За копейки, за 21. Золотой она ко мне. Ну ладно, хотя бы наживку я себе окупил. Давай, давай, сомик, лови. Отлично. Фига себе, ребят, она просто взяла мне и сорвала. Ну, давай, вот это вот, вот она, редкая рыбка это. Ну, что ты плаваешь, не видишь, что ли, я ж... Так, это умерла вообще здесь лежит, мертвенькая. Так, ну хоть кто-нибудь, вот у меня... Оу, 78, просто, вы видели, что сделала? Просто порвала. Не, ребят, я так далеко не уеду, если честно. Все, я последние деньги спустил. Ну, давай, давай, отлично. Так, с ней я должен, по идее, справиться. Тихо, тихо, главное не сорвать. Вот
какая сопротивление. Ой, тихо. Вытяну. Вытяну, видите. Отлично. 83. Ну, грубо скажем, соточку я заработал. Ух. Какая же это сложная работа здесь, а, ребята, рыбачить именно в этой игре. Так, давай. Слушайте, вот это вот. Нет, это, по-моему, об... Ух ты! Да как так-то? Вы видели, ребята, поймал малька, этого малька взяла крупная рыба, сожрала. Причем мало того, что сожрала, она еще сорвала мне мою добычу, естественно, наживку. Слушайте, я иду себе в убыток, причем в очень большой, ребят. Так, отлично. С этим-то мы должны справиться. А как далеко тянет, а? Да давай ты иди сюда уже. Поближе. И еще поближе. Шикарно. Ну почему так мало ты стоишь, а, рыбка? Ну 64 всего золотых, это же вообще копейки. Блин, у меня денег не хватит, я боюсь. На следующую наживку, а, ребят. Ну-ка, давай. О, поймал какой-то, так. Лишь бы не сорвалось. Давай, давай, иди сюда. А! Да что ж ты будешь делать? Ну, елки-палки, ну 5 наживок у меня всего, ребят. Извините меня, 161 золотая монета. Мне даже не хватит купить элементарно наживку. Идите отсюда, мелкие, а. Вдруг, может, кто покрупнее клюнет, а, ребят? Ну, конечно, не настолько крупную. Ладно, придется тащить. Так, интересно, а что будет, когда у меня кончатся деньги и наживка? Что я буду делать? Так, отлично, клюнул. Да хватит, хватит, хватит сопротивляться, давай иди. Вот все дальше и дальше утаскивает, а? В обратную сторону. Тихо, не порви мне, главное, леску. Тихо, тихо, отлично. Поймал, ребята. 79 золотых. И 3 наживки. Очень и очень скудно. Ничего не поделаешь. Так, только не ты, только не ты. Да чтоб тебя. Ладно, на уху пойдешь. Да, ребята. Очень неудачно идет у меня рыбалка. В том маленьком пруду у меня все было довольно легко и просто. Опа, хорошенькая попалась. Главное теперь, чтобы не сорвалась. 34 у нее силы сопротивления. Да, такая может порвать элементарно мне. Смотрите, опять появилась новая рыбка где-то. Ну, ай, ты! Надо было все-таки чуть-чуть прослабить, а я думал, что я дотяну ее. Но и поплатился за это. Какая-то пиранья, что ли, тут есть. Увидели, а? Что там творит? 51, все, она мне... Оторвала полностью наживку. Ребята, у меня и все. А что ты мне показываешь? У меня нету этого, извини меня. Как я тебе куплю? Я купил? Я купил? Ребят, у меня же вроде денег не было. Или это не те деньги? Что-то я не понял. Ну, как видите, у меня 9 наживок. Так, это что-то новенькое, ребята. Может быть, это бесплатный раз какой-то? Тихо, 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 иди сюда. Ну, куда ты опять тащишь-то все, а? На пределе работаем, ребят. Есть! Выловил я это все-таки. Ну, давай далее. Так. Ну, кто-нибудь еще поймается мне? Мне надо перейти на следующий уровень. Давайте, ребята, ловитесь. Во. Блин! Что ж ты будешь делать? Зачем я так сделал, а? Давай, ловись. Отлично, 35. Довольно серьезная рыбка. Должен вытянуть. Тихо, тихо, главное не тянуть. А, нет, я уже думал, оборвалось. Нет, пока нет, ребят. Ну, хватит уже. Давай, вытянул, все,
и мы ее отправляем в музей за 113 золотых. Фух, так, а что у нас здесь-то? Ага, мы можем здесь. Ну вот, ребята, у нас леска. Леска 14 метров. Оказывается, интересно, а где же мы тогда можем ее усилить? Если там катушка, леска, заброс. Только не рви мне, пожалуйста. 37, сопротивляемся, очень сильная рыба. Тьфу ты! Накаркал, блин. Ну, клюй давай. Что ж ты будешь делать, ладно. Малыша так малыша, вытягиваем. За 14. Нет, ну я так буду 1000 копить долго, если честно. Редкие экземпляры, как видите, не попадаются мне. Ну, ловись. Ау, рыбка. Наживка ждет. Ну, хоть кто-нибудь так клюнет. Давай, давай, вот, сомик, ну. Какой там ловись. Ну, развернулся, может, передумает. Ну, хоть кто-нибудь так клюнет. Я не хочу просто так терять наживку, ребят. Есть. Отлично. Прям практически на лету. За неимением чего-то и такая сгодится. Ну, что ж ты будешь делать-то, а? Ладно, 25 золотых. Так, опять какая-то специальная рыба у нас тут появилась. Где она? Только... На. Вот она, нет. Или да, или это она есть, ребят. По-моему, она и есть. Ну-ка попробуем сейчас. Ай, далеко забросил. Ну что ж, давайте тогда тащить вот этого. Еще одна специальная рыба. Да где же вы там плаваете-то, а? Почему? Почему я вас здесь не вижу? Так, 59. Уже? Уже что-то? Ну, 26. Так, 73. Наживка кончилась, да? Угу, кончилась. Интересно, а я могу перейти, например, на другой пруд? А почему она умерла? Смотрите, он там плавает. Давай. Опа, отлично, 115, шикарно. Я, кажется, понял технику ловли. Только сейчас меня осенило, что как надо ловить. Ну, этих можно просто вытягивать на одном дыхании. Никакого сопротивления нету. 17 золотых. Опа, зелененькая, давай, 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 клюй. Клюй, родная. Да куда ты? Ну, давай тогда эту тащить. Так, вот, ребят, все-таки дошло до меня. Теперь еще лучше, как надо ловить. Давай, зелененькая, ну, пожалуйста, ну, клюнь. Ты же редкая, я же знаю. О, или синяя. Черта с два там. Не зеленая, как говорится, не синяя. Хотя у них... Я видел по их глазам, они хотели заглотить наживку. Иди сюда, мелкий. Так уж и быть. Надо забросить вообще туда, подальше. Вот так вот. Так, ну, клюнет кто покрупнее на этого малька. Жду. Никто не хочет, а? Ладно, пойдем. Сопротивляемость у него 7. Может быть, ты клюнешь, а? Голубой карп, клюнь, пожалуйста. Вот тебе наживка, вот, все. Не хочет. Хитрый карп оказался. Ну-ка, давай забрасываем далее. Ну, крупненькая какая-нибудь. Ну, осетрина-то не надо. Мы видели прекрасно, как она. 81 сопротивление, она просто рвет. Так, отлично. В музей, кстати, отправляем эту рыбу. И у нас с вами две наживочки всего осталось. Так, отлично.
отлично. Ну, по крайней мере, деньги я свои отбил вроде бы. О-о-о-о, да куда ж ты? Опа! Да ладно тебе! Вы видели, что было, а? Она сожрала того коричневого карпа. Причем в легкую. Вот тебе, ребята, и редкая. На нее, чтобы идти, нам нужно укреплять леску и удочку, я так понимаю. Так, ну что же. Так, что тут у нас? Вот он. А, нет, это у нас лучший, походу. Да, лучший результат. Так, отлично, понятно все. Так, ну что ж, ребята, давайте тогда на этом я буду завершать свой выпуск. Мы с вами увидимся в следующей серии. Если вам понравилась игра, ставим лайки, комментируем и будем дальше рыбачить, ловить разные виды рыбок. А на этом все. Всем пока и до скорых встреч.